Второй день соревнований начался, продолжается. Что интересного? Интересного для меня лично было то, что я попросился и сел в линию судить Men's Physique. Причем, как бы, это я сделал осознанно и сделал определенные выводы, которые отражу в письменном виде, чтобы были все-таки представления, как на самом деле, кого выбирают, на какие места специально ставят, и что эта категория для американцев, подчеркиваю, символизирует. Поскольку большинство участников, по крайней мере, то, что я увидел в заявочном листе, представляет именно Северную Америку. Мужской бодибилдинг. Шокирован формой белоуса. Я его видел последний раз так давно, что сегодня я его увидел и понял, что парень действительно умеет готовиться, парень генетически одарен. Я думаю, что совершенно реальный претендент не только на то, чтобы выиграть категорию, но и для того, чтобы стать абсолютным чемпионом. Смотрится великолепно, я не знаю, как там, 85 килограммов, в которые он завесился. Смотрится как тяж. Дальше, к сожалению, ну, Эскин, я думаю, будет в призах, хотя внешне видно, что Саша залит. Просто как бы небольшая категория по количеству участников, 85 килограммов, в которой он выступает. У Игоря Выборного, я думаю, что он мимо финала. Очень серьезная категория, 100 килограммов, большое количество достойных спортсменов в форме. И хочу сказать отдельно, кореец в категории, по-моему, до 90 килограммов, и другой кореец в категории до 100 килограммов. Ну, как бы имеют формы, которые для такой национальности вообще как бы немножко непонятно, откуда таких ребят они взяли. То есть ребята реально не каратисты, не адвентисты там седьмого дня, а реально бодибилдеры. Очень серьезные ребята. Категория 100+. Кулаев претендует на то, чтобы быть в тройке. Категория очень серьезная в плане того, что, скажем так, только 4, по-моему, немца. И все немцы, хоть и с польскими фамилиями, хоть и не с польскими фамилиями, в достойной форме. И конкуренция в категории 100+ очень серьезная. Легкой победы не будет.